Героев помним. 9 декабря в России отмечали День Героев Отечества. Праздник сравнительно молодой. Установлен он в 2007 году как продолжение существовавшего в дореволюционной России праздника Георгиевских кавалеров. В этот день Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца, высшую награду за доблесть и отвагу, проявленную в бою. Сегодня, 9 декабря, также чествуют удостоенных орденов славы, почетных званий Героев Советского Союза и Героев России. Тем, кто выполнил свой долг, воинский и гражданский, проявив особое мужество, был посвящен концерт во Дворце культуры России. Героизм – это то, что нам предки, рискуя собой, завещали, что в себе заключает благодарную силу прошедших веков, что бойцы в битвах страшных кровавых питали. Эта благородная миссия отражена во всей сюжетной линии концерта. Традиции первых героев, полных кавалеров ордена Георгия Победоносца Кутузова и Барклая де Толли, защитников Москвы и Сталинграда продолжают герои нашего времени, участники локальных войн. Комбат и верновой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе, служить России нашего подрастающего поколения должно знать своих героев, свою историю. Вот. Потому что наше поколение, я думаю, в патриотическом плане должно воспитываться не на американских примерах, вот, а на примерах своих героев. У нас их очень много.